Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Танграм. Это игрушка ВКонтакте, ссылку на нее я оставлю под видео, под описанием. Так что ты тоже можешь поиграть в нее. Передавать эти фигуры. Так, нужно перевернуть фигуру, отлично. И сюда поставить. Пока что легко. Пока что все нормально. Поворачиваем. Все. Правую кнопку направо поворачиваются, левую налево. Все понятно. Так, тут тоже, в принципе, все легко. Нужно будет собирать нам фигуру. Тут очень приятная музыка играет. Можно отключить ее. Ну, я отключаю, чтобы авторских прав не нарушать. Так, давайте повернем фигуру еще. Тут нужно составить фигурку. Отлично. Можно использовать подсказки. Пока что вроде все легко. Довольно-таки интересная игра на интеллект. Я думаю, многим ребятам понравится. Так, тут надо вот так. Отлично, сразу я не догадался. Прикольная игра, мне нравятся вот подобные логические игры. Вот, всем советую, ребят. Но это топовая игра. Она многим понравится. Цифру одну, смотрите. Цифру один можно составить. Из кубиков тут, наверное, вот так можно сделать будет. А, тут уже сложнее. Тут даже мир есть. Это второй мир. Первый я прошел. Обучающий мир, тут 6 заданий. Второй мир, 50 заданий, состоит из 50 заданий. Третий, четвертый, пятый тоже из 50 заданий. То есть первый мир это так, это просто обучаловка. А вот сейчас начнется самое-самое-самое жесткое. Я не знаю, наверное, на видео не стоит проходить всю игру, потому что, может быть, разработчики будут против, потому что это же, так сказать, как подсказка. Подсказка, как проходить эту игру. Так, кстати, вот, отлично. Сразу я не понял. Я сделал такой обзор, я думаю, одну серию. Но если разработчики как бы будут не против, я бы, в принципе, снял продолжение. Ну что, получается? Получается то, что у нас нифига не получается. Давайте пробуем квадрат, допустим, сюда поставим. Я думаю, это будет отлично. Так, теперь надо куда-то запихнуть. Ну-ка, если как... И не так, так по-любому не пойдет. Так. Идеально. Слушай, это реально нелегко. Изначально кажется, что это просто, а на самом деле... Че, я буду цифры собирать? В натуре, ребятки, я буду цифры собирать. Надо будет, видимо, 50 цифр собрать. А, цифра 2. Так, начнем с цифры 2. Так, окей. Скорее всего, это будет одно видео на эту игру. Потому что, ну, я пройду, тогда вам будет неинтересно. Поэтому это обзорное видео. Так, окей, тут тоже все непросто. Мне знаете, что кажется? Надо вот так поставить. Это идеально будет. Собрали цифру 2. Цифра 3. Очень прикольно сделано, очень приятно такие звуки. Я думаю, она многим понравится. Так. Я бы сам в нее поиграл в свободное время. Так, нет, тут как-то по-другому надо. Давайте вот так поставим лучше. Вот так. Вот так. Все, в принципе, мы собрали. Цифра 3 собрана. В общем, разработчики, если вы меня смотрите, обязательно под комментариями напишите, стоит ли мне снимать продолжение или нет. Или, ну, это все равно как-то я стараюсь прислушиваться ко всем. Потому что будет проще проходить игрокам видео, если я буду проходить. Так, давайте поставим сюда. Тут, знаете, большой треугольник. Большой треугольник, в принципе, сюда хорошо помещается. Значит, это убираем. Следовательно, этот треугольник сюда. Вот сюда, отлично. Квадрат, нет, подожди, квадрат надо вот так, наверное, поставить. Хотя, что-то у нас не складывается. Нужен треугольник. Я, кажется, понял, как. Тут как раз нужна вот эта, ну-ка. Тоже не канает.
Так, очень странно. Может быть, я совсем не так делаю. Не советую взять подсказку, но что-то я не хочу. Ну, вот большие, по-любому, мне кажется, я правильно все-таки сделал. Другого варианта пока что я не вижу. Так, сюда. Может быть, конечно, это неправильно. Так, все, понял. Треугольник сюда ставим. Сюда ставим квадрат и вот это сюда запихиваем. Блин, слушайте, интересная игра. Я думаю, она многим понравится. Так, тут я сразу начинаю видеть уже ходы наперед. Так. Большой треугольник явно сюда только подходит. Но тут слишком маленький проем остается, сюда ничего не поставишь. Следовательно, ну-ка попробуем вот это сюда поставить. Вот этот поставим сюда. Квадрат. Квадрат по-любому тут неправильно как-то стоит. Треугольник в другое место никак не запихнешь, я так понимаю. Большой по-любому так стоит. Сюда, значит, только вот это подходит. Значит, тут что-то нужно правильно так сделать. Кстати, вот этот треугольник, в принципе, ну-ка, если он сюда подойдет. Да, он очень хорошо подходит сюда. Так, я тогда сюда. А вот тут не получается. А, ну да, сюда квадрат. Все, отлично. Сюда треугольник. Пятый левел. Отлично. Что тут еще есть? А, уровни. Вот они, 50 уровней. Я бы хотел их сам пройти, без подсказок. Просто я как-то, ну, действительно опасаюсь от того, что если я пройду всю игру, допустим, вы будете смотреть мои видосики, как проходить игру. И это, ну, возможно, толкнет. Так, это то, что я прошел. Можно на второй раз проходить. Окей, листаем вперед. Подожди, я могу любой уровень выбрать. Допустим, я хочу 50 выбрать. Вот это 50, это реально 50 уровень? Такое ощущение, что это слишком легко. Так. Интересно очень. Может, наоборот, очень все сложно. Нужно разные варианты и пробовать. Так явно не надо ставить. Нет, треугольники. Да, я запутался. Но только вот так можно поставить, наверное. А тут проем тогда получается. 50 уровень оказался, а не таким уж простым. Так, допустим, сюда ставим квадрат. Что у нас получится? Слушайте, идеально. Я прошел 50 уровень. Так, смотрим сюда. Вообще, это третий мир. Так я могу любой выбирать. Допустим, третий мир. Третий мир, 25 уровень. Да, ребят, тут в любом порядке можно. Можно в пятый сразу мир пойти. Это прикольно. То есть тут сразу можно в любой мир автоматически попасть. Второй уровень. Так, тут мы, видите, 50 прошли, пятый. Можно, допустим, сразу 25 попробовать пройти. Давайте наугад действительно это сделаем. 50 мне как показался даже легче, чем вот этот 25-й. Так, мы попробуем. Мне кажется, слишком банально. Что-то тут по-другому. Что-то тут не так. Так, нужны треугольники. Допустим, один сюда ставим. А на кого же никак не поставим? Да, так не получается.
Так, а если большой как-нибудь по-другому поставить? Не, так не канает. Допустим, вот так можно его поставить. Что у нас тогда получается? Так. Теперь надо как-то этот впихнуть по-любому. Отлично. Все подошло. Прошли 25 уровень. Так, это второй мир только, да, получается? Который мы прошли. Давайте попробуем пройти третий, четвертый и пятый мир. Ну, рандомно, любой уровень. Допустим, 14. Да, тут уже сложно. В общем, в любом случае ссылку я оставлю, ребята, чтобы все могли поиграть. Хотя нет, ребята, очень легко. Просто прошли. Хочу все пройти, вам потом, наверное, сделаю вторую серию рандомно, после того, как я все пройду. Так, но это будет не скоро, потому что мне просто пока некогда. Так. Гениально. Развивает мышление. Топ-игра. Так, это получается третий мир. Даже две игры прошли. Давайте посмотрим четвертый мир. Тут пока что нигде не играли. Давайте 27-й. Рандомно. Выбираем. Так. То есть нужно сделать так, чтобы все кубики встали. А, квадрат некуда тогда будет поставить. То есть надо по-любому нам квадрат ставить. Тогда некуда вот это будет поставить. Тогда у нас какая-то фигня получается. Да. Промто. Вот так. Ну-ка, вот так надо поставить. Тогда вот эту мы ставим. Куда? Да некуда ее поставить просто. Тут я немножко в замешательстве. Тут мне кажется сложно, да. Первый сложный уровень. Так, вот. Что-то начинает получаться. Тогда этот надо будет. А, немножко выходит, видите, выпирает. Значит, не канает. Она по-любому должна куда-то влезть. Она никуда не влазит. То есть нам самое главное с этой определиться. О, неужели? Она подошла наконец-таки. Хоть куда-то подошла. Так, квадрат вот сюда надо будет поставить. Этот вот сюда. Все, ребят, кажется, мы нашли способ. Мне кажется, только вообще один вариант. Отлично. Давайте пробуем пятый мир пройти. Любой рандомный. Давайте 34-й. Это какое-то животное. Так, ставим. Надо с большими сначала определиться. Так, так. Все легко, гениально. Все гениально просто. Все, прошли, ребят. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Есть премиум. Можно покупать. Привет, хотите играть с комфортом? Предлагаю вам оформление премиум подписку и наслаждаться игрой дальше. Полное отсутствие рекламы в игре, безлимитные подсказки, оповещения о выходе новых уровней, подсчет и удвижение. Так, можно премиум покупать на 7 дней, 30 дней, 90 дней. Можно на весь экран развернуть, что довольно-таки прикольно. Тут даже стол видно. Но вы не видите этот стол, а я вижу.
Так, очень прикольно, грамотно сделано. Что у нас тут такое? Привет, меня зовут Максим, я разработчик этой игры. Мне приятно, что вы играете в Танграм, и вам это нравится. Вы можете подождать Танграм. А, вы можете поддержать Танграм на любую сумму, какую сочтете возможным. Каждый вложенный рубль делает разработчики новых уровней ближе. До нового уровня 13 дней осталось. Можно поддерживать ряд разработчиков, они в принципе не жадные, они просто предлагают помочь им. Любой желающий помочь, поддержать разработчиков, в общем, найдет тут ссылочку. Так вот, где сердечко, нажимаете. Так, топ-мейстер, о, Леночка на первом месте. Вот, прикольно. Может быть, я тут тоже стану последний. Так, топ-месяца лучший. Вопрос, а, тут нам подсказку, видели? Только что подсказку нам показали. Через время она опять восстановится. В общем, игра прикольная. Всем советую поиграть. В любой мир можно автоматически выбрать. Если вы не справляетесь, можно будет потом. Можно переигрывать уровни, допустим. Я хочу четвертый переиграть. В общем, есть чем заняться. Ссылка будет под видео под описанием. Всем спасибо, ребят. С вами был Дреди. Подписывайтесь на канал. Всем до скорого. Пока-пока.